Ритуал переклад от мирового кризиса на две карты. Ну, кризис этот ритуал, конечно, устранить не может, но легче вам будет. Не будет вас так тревожить. Какой-то будет источник, какие-то возможности. У каждого по-своему сработает, но сильно по вам не ударит точно. Мы перекладываем с темной девятки на светлую. Не на живых и не на мертвых, а на карты. Пиковая девятка и червонная. Это горечь сердца и радость сердца. Ложим и говорим: у всех горе от кризиса, весь мир в пучине бед. А мне от этого лишь радость и счастье будет. У всех слезы, а мне прибыль придет. Все безумны, а я в своем уме. Через силы небесные и вечные, через силы бездны и тьмы. Мой переклад уйдет и сработает. Боги светлые и темные, исполните и помогите. Прошу и заклинаю. Потом обе карты складываем рубашкой наружу, перевязываем крест-накрест черной, а потом зеленой нитью или одновременно. Либо закапываем на перекрестке, или кидаем в кладбищенский мусорник. Или ложим на зеркало на полчаса, я покажу, как это делается. Это переклад через темные силы. И вот так он полежит, черная зеленая нитка обмотана уже. Это переклад через темные силы. Сейчас хочу сделать и через светлые силы переклад от мирового кризиса. Можете пользоваться. Я делаю его уже третий раз, каждый раз полегче. Не так давит.